В 11 часу уже вечером, тоже субботы, уже прошла информация по той же линии УВД, что до Кривого Рога не доехали и свернули в сторону Полтавской области. По той информации, которой мы на сегодня владеем, что до Полтавской области этот мусор, львовский действительно мусор, не доехал. Он заехал немного далее Желтых вод, и за Желтыми водами не на полигоне был разгружен в полном объеме. Один и второй автомобиль. Это несмотря на то, что были все необходимые решения, распоряжения приняты по городу Кривому Рогу, не принимать мусор с других городов, потому что емкости на существующих полигонах в городе Кривом Роге, они на сегодняшний день достаточно ограничены и справляются исключительно с объемами, внутренними объемами города Кривого Рога. Откуда стало известно, это по той же линии УВД, что после остановки предъявления документов стало понятно Львов, город Кривой Рог. Почему они двигались со стороны Кринычок или со стороны Днепропетровска, Днепра непосредственно, нам и по сегодняшний день непонятно, но то, что мы совместно, благодаря достаточно четко отработанной политике и четко отработанной работе непосредственно полиции, этот мусор был не допущен в город Кривой Рог.